Всем привет! Обзор журнала «За рулем», май 2018. Общий номер 158. И приятного просмотра. Сейчас чехол сниму, так лучше будет. Такой вот номер с 10-ступенчатой АКП. Новый Ford Mustang. Ну, такой вот Ford Mustang. Дальше эмоции и деньги. Сравнительный тест Jaguar. Jaguar E-Pace, Range Rover Evoque, Infiniti QX30 и BMW X2. Подушка убийца, характеристики атаки, хакер, блин, что я читаю? Хакерские атаки через кан-шину. Ну и также у нас шины от 15 до 18 размер имеет значение. А также у нас погодка классная на улице, жесть. Люблю дожди. Обожаю дожди, если честно. Напишите в комментариях, вы любите дождь? Я люблю дожди. Класс, я надеюсь, вы его слышите. А также у нас тут у нас. Когда менять моторное масло, Tesla Model 3, вариаторы Jackto, ресурс и ремонт. Момент, колонка редактор, главный редактор Николай Захаренков. Теперь журнал «Автолегенды СССР» будет выходить раз в неделю. Это связано с тем, что мне надо побольше записывать обзоров журнала «Автомир», потому что их слишком много. Я отстаю от журнала «За рулем» конкретно. Содержание автомобиля номера я расскажу по ходу этого номера. Момент новости. Момент. «Дракула жив». Премьера «Форд Мустанг». Вот такой вот салон. Такой вот спидометр. Такая вот картинка, такая. Премьера Range Rover Pnev и Range Rover Sport. Pnev, может, ну и вот, не знаю. Вот так. Ангелы и демоны, тест называется, салон. Задняя часть, второй ряд сидений с дисплеем, причем и спорт-версия, и салон, естественно. Итак, премьера Mazda CX-3. Жизнь в ярких красках. Дождяра я пошел. Задняя часть, боковая часть, салон, плюсы и минусы, второй ряд сидений. Премьера Renault Talisman. Храни меня, мой талисман. Тест называется. Такое Рено. Задняя часть. Значок, фара. На Рено Мегано очень похож. Салон. Боковая часть. Второй ряд сидений. Вперед. Такие вот плюсы и минусы. Премьера Toyota Camry. Большая перемена. Такая Toyota, задняя часть, салон, премьера Cadillac CT6. Снова великий, спрашивается. Наверное, сам Cadillac, задняя часть, салон, плюсы и минусы. О Грэнни, точнее о Генри, Такая Тесла, такой салон, огромный дисплей, вот дисплей. Так, задняя часть, передняя часть, плюсы и минусы, реклама, еще одна реклама. Тест BMW X2, Infiniti Q30, Jaguar E-Pace и Range Rover Evoque. Массовая эвакуация. Такие вот у нас герои теста. Бэха появилась. Продолжаем дальше. Бэха представлена. Представлена осенью 2017 года, а в марте 2018 начались продажи. Ну, в принципе, двигатели бензиновые, дизельные есть. Range Rover Evoque, самый маленький Range Rover, выпускают с 2011 года. Он представлен
Он перетерпел рестайлинг в 2015. Двигатели бензиновые и дизельные. Infiniti QX30 представлен в 2015 году. Ну и в принципе все. Двигатели бензиновые и Jaguar E-Pace. Мы уже с ним знакомились в апреле. Так что я думаю, и так понятно. Двигатели бензиновые и дизельные. И так понятно, что он новый. Он как раз и сражается со своими конкурентами. Салон Infiniti, салон Jaguar. Вторые ряды сидений, водители, салон водителей, автоматы. Дождь, я надеюсь, он слышно. Салон Бэхи, автомат Бэхи, салон Range Rover и автомат. А также второй ряд сидений. Задняя часть, замеры за рулем. Вот так, такая картинка есть. Салон это типа разновидности Бэх. Такая картинка. Багажник. Багажники. И итоговая оценка. Лучше всех у нас Range Rover Evoque. А хуже всех Infiniti. А вот сами оценки. Хуже всего вот Infiniti. А лучше всего у нас Range Rover Evoque. Летний тест, летние шины, дюйм за дюйм на Volkswagen Golf. Тест Bajaj Qt. Пиццу заказывали? Да. Такой вот салон. Ну, а что тут показывать? Я думаю, это чудо вам уже должно быть известно. Задняя часть. Двигатель сзади находится. Второй ряд сидений. Комфортно. Звездец, конечно, как. Тест Subaru Outback, салон, сам Субарик, дух приключений. Сзади это, что это вообще? Роботизированная коробка передач. Задняя часть, второй ряд сидений, боковая часть, оценка. Эксперт за рулем, 200 гривен и 100 гривен. Момент за рулем, какой-то хер он там делает, а он должен быть в другом месте. Эксперт, эксперт тонкости автомойки, эксперт в велобагажнике, серьезно, ресурс, ресурс вариаторы, оригинал спортивный, никому не нужны новости. Оригинал какой-то там. Вот что это вообще, даже не знаю, не слышал никогда. Интерактив советы бывалых, экзамен на дому. Из ближайших номерах. Шкода Корок, Lexus NYX, советский передний привод, BMW M5 и Citroёn C1. Все, всем спасибо за просмотр.